Энергетики со всей планеты собрались сегодня в Казани обсудить проблемы и перспективы развития в отрасли. В столице проходят конференции России и СГРМ, объединяя опыт и инновации. На форум приехали представители 30 стран, государств-участников. Наша страна состоит в Международной ассоциации энергетиков уже 90 лет. Ее комитет самый массовый. За годы работы в СГРМ отечественные ученые представили более 300 докладов. Их исследования получили высокую оценку и признание. В то же время участие в Совете помогает перенимать опыт передовых технологий в области энергоэлектротехники в таких стран, как США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза. Сегодняшняя конференция, я уверен, позволит и получить новые знания, и обменяться опытом, и задать те вопросы, которые беспокоят нас, но по которым, возможно, есть решение у представителей участников СГРЭ. Уверен, что конференция будет полезной и эффективной для всех ее участников.